У нас возникла идея снять серию сюжетов о водопадах Казахстана. Но оказалось, что в нашей стране их такое большое количество, что на реализацию этой идеи не хватило бы и целой жизни. Поэтому мы решили ограничиться самыми большими и самыми красивыми водопадами Казахстана. В первых строках этого списка находится самый высокий водопад нашей родины Бурхан-Булак и самый большой водопад Алтая – Кокольский, расположенный в Восточно-Казахстанской области. Их разделяют 1500 километров дорог, на которых мы увидим самые разнообразные ландшафты, познакомимся с интересными людьми, с их бытом, историей, традиционным хозяйством и культурой. И, конечно же, не будет забыт богатый и разнообразный животный мир гор Востока и Юго-Востока Казахстана. Почему люди так любят путешествовать? Ведь в дороге приходится испытывать различные трудности. Бытовые условия не везде можно назвать комфортными. Тряска проселочных дорог, напряжение пеших походов, усталость от многочасового нахождения в седле, порой реальный риск на крутых склонах, на переправах через бурные реки, встречи с опасными хищниками и дикими животными. Почему люди добровольно идут на эти риски и трудности и даже испытывают удовольствие от их преодоления? На эти вопросы мы попытаемся ответить в этом выпуске передачи. Ребят, всем привет! Сегодня мы стартовали очень рано славного города Алматы, очень сильно мною любимого. Сегодня главный герой нашей передачи – путешественник Павел Шитик. По натуре, будучи неисправимым романтиком, он много лет занимался не самым романтичным бизнесом. Продавал сантехническое оборудование, а отпуск проводил в самых заповедных уголках мира. В итоге туристические просторы Казахстана так запали ему в душу, что Павел решил круто изменить свою жизнь. Он переехал на постоянное место жительства в Казахстан и открыл здесь агентство путешествий. Нужно сказать, что 90% казахстанских туристических агентств работает на отправку казахстанских туристов в разные экзотические страны. Но Павел решил заняться исключительно внутренним приключенческим туризмом. Едьте на природу, отдыхайте, спите, дышите воздухом. Ну а мы посмотрим, что же нас ждет. Промежуточная маршрутная точка на пути нашей экспедиции – это водопад Бурхан-Булак. К водопаду Бурхан-Булак можно попасть двумя путями. Через Капал – традиционный путь, и через Каратальский сельский округ. Мы сейчас как раз выбрали эту дорогу. Но есть еще третий путь по самой реке Каре. Сейчас дорога там разрушена, но ее восстанавливают, и скоро она будет здесь. На следующий год она, наверное, уже будет работать. По кратчайшему пути из Алматы до водопада можно добраться часов за 8-9. Но Павел Шитик и его команда не ищут легких путей. А что, если пересечь Жетысусский Алатау с южного макросклона на северный? Всего лишь два лишних дня пути, но зато мы увидим загадочную долину Белжайлау и посетим место Орбулакской битвы. Юго-восточные предгорья Жетысусского Алатау представляют собой пустынные гряды, сложенные живописными глинами и гипсами. Миллионы лет вода и бесчисленные поколения живых организмов трудились на дне первобытного океана над созданием этой красоты. Затем что-то пошло не так, и морское дно, встав на дыбы, взметнулось вверх. Во времена геологических разломов это было не самое привлекательное место для путешествий. Зато сейчас нам кажется, что матушка природа все это придумала для нашего удовольствия. А почему бы и нет? Мы тоже часть природы и тоже имеем право наслаждаться ее дарами и красотами. Только не нужно забывать, что нас стало так много, и мы достигли такой технической мощи, что запросто можем превратить всю эту красоту в гигантскую свалку отходов нашей жизнедеятельности.
Но заботиться о детях и внуках – это один из основных инстинктов всех живых существ. И мы должны подумать о том, чтобы оставить нашу Землю потомкам пригодным для жизни виде. Не стоит забывать, что мы лишь гости на этой планете, и время неизбежно разрушит все материальные ценности человечества. За 200-300 лет ржавчина уничтожит железо, за 500 лет полностью разложится пластик, за несколько тысяч лет горячие ветры пустыни по песчинке развеют бетонные сооружения, а электронные носители нашей культуры могут исчезнуть за один миг. А вот дикая природа будет существовать, несмотря ни на что. На юге Казахстана горячие минеральные источники не редкость, но купаться в них следует осторожно, желательно по назначению врача. Радоновое альфа-излучение может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на организм. Мы движемся по направлению к городу Жаркент, но возле села Коктал поворачиваем налево и поднимаемся вверх по реке Барахудзир. Ага. А, балджас, рахмелькин. Дорога есть, он говорит, дороги нет, но проеду, проедешь, говорит, все. С вершины хребта Каинды-Тау открывается отличный вид на долину Бельжайлау. Напротив, снежными шапками сверкает хребет Токсанбай. Если перевалить через вершину этого хребта, мы попадем к водопаду Бурхан-Булак. На машине это сделать невозможно. По логике вот направо нужно будет идти. Вот мы спустились в долину Бель. Долина как будто специально создана для агротуризма. Здесь можно снимать исторический фильм. Только антенны спутникового телевидения и редкие автомобили выдают, что мы находимся в 21 веке. Мы находимся на Бель-Джайляу. Это большая межгорная долина. И вот посреди этой долины вот такой вот балбал, каменный столб. Археологи сейчас находят такие столбы на гигантских просторах Великой Евразийской равнины от Дуная до Западной Монголии. Балбал, по-видимому, относится к раннетюркской эпохе. Это 7-9 века нашей эры. Вдоль дороги в изобилии встречаются колонии длиннохвостых сусликов или сусликов Эверсмана. Эдуард Эверсман, знаменитый зоолог, этнограф и путешественник, описал этих забавных зверьков еще в начале 19 века. В былые времена суслик имел промысловое значение. Из его меха шили шубы и шапки. В современных биогеоценозах суслики играют важную роль. Они разрыхляют почву, способствуют образованию лугов, а также служат пищей для многих редких хищных птиц. В средние века эти тучные пастбища были так же популярны у скотоводов, как и сейчас. Предание гласит, что после знаменитой Орбулакской битвы раненые воины Жангирхана восстанавливались в кумыс-лечебницах Жайлау долины Бель. Не всем суждено было выжить. Погибшие воины были похоронены на этих холмах. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу локации знаменитой битвы в 1643 году, в которой впервые было разгромлено джунгарское войско. Но большинство авторов сходятся во мнении, что она произошла именно здесь, в узком ущелье реки Орбулак, в честь которого и получила свое название. Павел Шитик, Даурен Раптаев и Айбек Баширов хотят просканировать металлоискателем предполагаемое место битвы.
Передовой отряд Джангир-хана, насчитывающий всего 600 воинов, в течение суток сдерживал 15-тысячное войско джунгарского хунтайджи Эрдени Батура. Воины Джангир-хана представляли собой как бы элитный спецназ того времени. Их отбирали из лучших среди лучших. Они были вооружены передовым огнестрельным оружием и умело использовали тактику засады. Через сутки на помощь Джангир-хану подоспел с 20-тысячным войском эмир Самарканда Ялангтуш-Бахадур и завершил разгром Джунгар. Война с джунгарами на этом не закончилась, но первоначальный план по молниеносному захвату казахского ханства был сорван. После этой битвы авторитет Джангир-хана в Великой степи вырос, и он навеки остался в народной памяти как национальный герой. Мне очень интересно, что они искали с лопатами. Чем искали с лопатами? Искали свидетельства древней битвы. Мы находимся сейчас в джунгарских горах, джунгарский Алатау. И здесь вот проходила в свое время Урбулакская битва. Мы приехали на памятник, который здесь воздвигнут. Ну и попытались просто побродить, посмотреть, может, какие-нибудь там древние артефакты найдем. Но пока ничего не нашли. Хотя ребятам и не удалось сделать материальных находок, они нашли массу положительных эмоций, познакомились с красивейшими ландшафтами и прикоснулись к героической истории родного края. По горной дороге переезд с южного макросклона Житысусского Алатау на северный занял около 10 часов. Река Кора выходит из горной теснины на равнину в районе города Текели. Возле выхода реки Куры на предгорную долину стоит камень с изображением Будды. Первое – изображение буддийской ступы, олицетворяющей ум Будды. Хорошо просматривается также наскальное изображение мифического животного в виде льва, стоящего на задних лапах. Как мы и ожидали, проехать к водопаду вдоль реки Кора не удалось. Сгустились сумерки, и экспедиция остановилась на ночлег. На установку лагеря уходит 15-20 минут. Приготовление полноценного ужина в полевых условиях – это особое искусство. Утром можно потратить немного времени на рыбалку. В Коре неплохо ловится осман, но мы выбираем более интересное занятие. Мы хотим почувствовать себя немного сталкерами. Ребят, времени у нас на самом деле очень мало, поэтому двигаемся быстро. Если кто-то почувствует резкий неприятный запах или какие-то звуки, то нужно быстро вернуться обратно. Первые рудные выработки в конусе выноса реки Куры археологи датируют ранним Железным веком. В начале первого тысячелетия до нашей эры здесь уже существовала примитивная металлургия. В 1933 году джунгарская геолого-разведочная экспедиция под руководством Мигралыма Кадылбекова и Михаила Юдичева открыла текелийское полиметаллическое месторождение. Вот это вот брошенные свинцово-цинковые шахты, и некоторые сталкеры пытаются туда заходить и искать там драгоценные металлы и еще что-то. Иногда это кончается плачевно, вон внизу мы видим три могилы. Поэтому далеко мы заходить не будем, пройдем метров 100-200 и вернемся. В 1939 году на берегах реки Текели и Коры появились первые палатки строителей Текелийского горно-металлургического комбината. Через несколько лет он заработал на полную мощность, и небольшое село Текели быстро стало превращаться в промышленный центр. Как это часто случалось в то время, первооткрыватели месторождения, геологи Кадылбеков и Юдичев, были арестованы по ложному доносу и расстреляны, и только спустя 20 лет посмертно реабилитированы. Здесь так тихо, что жуткие мысли затмевают сознание, и разум велит
бежать отсюда поскорей. Во время Великой Отечественной войны наравне с мужчинами в забоях в три смены трудились женщины и подростки. Работа эта была опасной. В руде присутствовала сера и углистые сланцы, что время от времени порождало пожары. В нескольких штольнях произошло самовозгорание руд, и штольни пришлось законсервировать бетонной пробкой. Ты читал «Сталкер»? Читал. Стругацких? Читал. Они что там собирали? Хабар какой-то? Да, хабар собирали. И мы собираем хабар. Выработка свинцово-цинковых руд связана с наличием небольшого количества сопутствующего золота, и поэтому брошенные штольни становятся объектом интереса искателей приключений, которых в народе называют сталкерами. Нужно сказать, что деятельность эта опасна и незаконна. Получив первое представление о штольнях, мы спешим выбраться наружу. Плодородные предгорья Унгарского Алатау почти полностью распахано. Справа и слева посадки ячменя, и вдоль дороги вот уже встречается яблоня Сиверса. Следующую остановку экспедиция планирует на пасеке. В предгорьях Житесузского Алатау пчеловодство – традиционный промысел. Одно время он находился в состоянии упадка, но сейчас снова на подъеме. Эта пасека не совсем обычная. Ее владельцы стараются совмещать товарное производство меда с аграрным туризмом. И, похоже, это у них неплохо получается. Вообще, сейчас пчеловодство – это выгодный бизнес? Да, выгодно, но начинающим пчеловодам тяжеловато. Ну, в каждом деле должен быть профессионализм. Пчеловода на пути к успеху ждет очень много подводных камней, спасти от которых может только многолетний опыт. Заниматься туристическим бизнесом мы не хотели, не планировали, но к нам часто приезжают знакомые люди, незнакомые люди. Вот. И сейчас мы уже начали задумываться об оказании туристических услуг. К мысли об экологическом туризме подталкивают сами ландшафты. Наша пасека, она расположена в очень хорошем месте, географически выгодном. Вот. От нашей пасеки можно короткими путями пройти до водопада Бурхан-Булак, здесь недалеко, через горы. Вот. Водопад в урочище Черкасай, посмотреть лягушка-зуба. Пройти по другим очень интересным местам, просто погулять. Вот. И также апитерапия. Пчеловодство – это не столько профессия, сколько образ жизни. Пасечником невозможно стать, сделав запись в трудовой книжке. К этому приходят постепенно. Зовут меня Айбек. Занялся медом, наверное, лет 5 уже как. Из простого потребления активного и хобби переросло вот в такое, наверное, уже дело. Чтобы повысить монетизацию бизнеса и привлечь дополнительные инвестиции, ребята изобрели свою уникальную коммерческую стратегию и назвали ее «бишеринг». Дословно «бишеринг» переводится как «делиться медом». Городской человек или компания покупает для своих нужд несколько ульев. Всю работу по уходу за этими ульями за них делают профессиональные пасечники, за что владельцы ульев им платят небольшую зарплату. В результате инвестор получает мед по цене ниже рыночной и, главное, имеет гарантию качества продукта. Сейчас самая работа началась для пчел. Черемуха расцвела, вот боярка расцвела, яблони все расцвели. Осталась только малина. Мобильные пасеки перевозят вслед за цветением монокультуры. В Джунгарии пасеки стационарные. С весны до осени всегда что-то цветет. Здесь, в горах Джунгарии, испокон, это пчеловодством занимались испокон веков. Можно сказать, даже не 100, не 200, даже 300 лет. Потому что, да, даже 300 лет. Испокон веков. Мед отличный, приезжают за медом. Тут и северного Казахстана. Вот с Иркутска были.
Пестрянка неустанно трудится. Она тоже хочет немного сладкой пыльцы. Рано утром экспедиция продолжает свой путь к водопаду Бурхан-Булак. Раньше практически все народы обожествляли природные объекты. Хотя сам термин «пантеизм» ввел в 17 веке философ Джозеф Равсон, идеи разлитого в законах природы, неперсонифицированного бога, высказывали еще Гераклит и Анаксимандр. В Древнем Китае классическим пантеистом был Лао Цзы, в более поздние времена – Бенедикт Спиноза и даже Лев Толстой. Эти идеи были близки тенгрианству ранних тюрок. Согласно легенде, однажды Тенгри подарил Умай кольцо. Чтобы наслаждаться красотой щедрого подарка могли все люди, Умай бросила его на землю, и оно превратилось в озеро. Начинается дождь, а на высоте 2000 метров до сих пор лежит снег. Давай, Орел, двигайся. Аграрный туризм – это не для слабаков. Дайте, подойди к лохоте, слышно, повтори, пожалуйста. Преодолевать снежные заносы нелегко, но подготовленные водители готовы к таким приключениям. Имеет значение только водитель. Все остальное не важно. Пять часов джиперских упражнений, и путешественники взбираются на перевал. За упорство природа наградила путешественников солнышком. Друзья, мы поднялись на замечательную смотровую площадку на реку Кора. С одной стороны река упирается в ледники, с другой уходит к городу Текеле. Сейчас нам предстоит экстремальный спуск на наших внедорожниках. Для чего вы камни таскаете, ребят? При таком экстремальном спуске необходимо автомобиль удерживать максимально ровно, чтобы он испытывал минимальные крены. На лесной поляне возле водопада можно разбить лагерь и как следует отдохнуть. Эх, картошка – радость всех туристов. Первая заповедь туристов – не бросать пищевые отходы там, где обитают медведи. В верховьях реки Коры медведи встречаются довольно часто, поэтому риск неожиданной встречи с опасным хищником всегда присутствует. Но туристов может утешать мысль, что обитающий в джунгарском Алатау тяньшаньский краснокнижный подвид медведя менее агрессивен, чем его сибирский собрат. Тем не менее, случаи нападения были, и стоит вести себя осторожно. Часто медведи нападают от неожиданности, встретившись с человеком нос к носу. У каждого крупного хищника есть личное пространство, вторжение в которое он воспринимает как агрессию. Поэтому, заметив следы медведей, следует быть осторожными. Лучше заранее оповестить зверя о своем присутствии громким голосом и не приближаться к медведю, если вы его заметили. Кто рано встает, тому Бог дает шанс увидеть диких животных. Днем животные предпочитают прятаться в чащах. Утром, а также на закате, на лесных опушках вдоль реки Коры можно заметить благородных оленей-маравов, а на скалах – горных козлов Тике. В общем, сейчас собираем наш небольшой лагерь, завтракаем и отправляемся до водопада Бурхан-Булак.
Бурхан-Булак – самый высокий водопад Казахстана. Суммарная высота четырех каскадов – 168 метров. Слово «бурхан» у тюркоязычных народов имеет разное значение. В Бурятии бурханами называют шаманов, умеющих налаживать связь с духами. В других традициях бурханами считают самих духов. Некоторые народы называют бурханами светских владык, а у индусов бурханами именуют души усопших предков. С этим водопадом связана красивая легенда. Юноша из богатой семьи по имени Бурхан любил дочь бедняка, красавицу Куру. Но злой отец запер его на вершине горы. Тогда, чтобы соединиться с любимой, Бурхан обратился с мольбой к богине природы Умай. Она сжалилась над влюбленными и превратила юношу в водопад, а девушку в реку. Мы познакомились с самым высоким водопадом Казахстана. И теперь нам не терпится увидеть самый мощный водопад. Для этого нам предстоит отправиться в Катон-Карагайский национальный парк. Для настоящих путешественников 1500 километров не круг. Офис национального парка находится в районном центре Катон-Карагай, на берегу реки Бухтармы. Добрались до Катон-Карагая, оформили пропуска, заплатили все необходимые экологические сборы. Река Бухтарма берет исток из одноименного Бухтарминского озера на границе с Российской Федерацией. Ниже по течению в нее впадают притоки Черная и Белая Берель. В долине реки Берель находится один из самых значительных исторических памятников эпохи раннего железа. Здесь сконцентрированы более 100 курганов пазырыкской культуры. Наиболее известен золотой курган царей, в котором археологи обнаружили сотни золотых украшений, выпиленных в знаменитом зверином стиле. Сейчас добрались в поселок Караэрык. У нас осталось буквально последняя контрольная точка на сегодня, где нам нужно теперь отметить наши пропуска, показать их, сказать, куда мы едем. Вот. И до озера Язевое, ребят, остается всего 18 километров. По дороге к озеру Язевому можно заглянуть на Язевый водопад. Его можно назвать младшим братом Кокольского водопада. Он гораздо меньше, но ревет тоже, как 10 дизельных танкеров. Озеро Язевое расположено на высоте 1685 метров над уровнем моря. Это удивительно тихое и спокойное место. Здесь можно порыбачить на язя и хариуса. Язь ловится на самом озере, а хариус – в небольших горных речках. Желающие могут недорого арендовать гостевые домики, а любители неторопливых разговоров у костра могут разбить палаточный лагерь в специально отведенном кемпинге. По утрам отсюда открывается живописный вид на гору Белуха. Сорок километров от Язевого озера до Кокольского водопада можно пройти по пешеходному маршруту, а можно арендовать лошадей. Сутки аренды обойдутся примерно в 10 тысяч тенге, хотя при доле удачи можно найти и дешевле. Мы будем путешествовать с группой туристов из Астаны. Последние годы приключенческий внутренний туризм все больше привлекает жителей казахстанских мегаполисов. Уставшие от избытка цивилизации горожане хотят не только лучше узнать природу своей страны, но и испытать суровую романтику экстремального похода. Сотни тысяч лет нашим предкам приходилось расходовать огромное количество энергии на борьбу за выживание. Наш организм адаптировался к этой борьбе и физически, и психологически. И только последнюю сотню лет городские жители попали в совершенно необычную для человеческого организма обстановку, когда борьба за существование и классический естественный отбор остановились. Теперь еду и безопасность не приходится оплачивать тяжелейшим физическим трудом и опасностями. Человеческий организм
людям, эволюционно выработал эффективные способы борьбы с голодом, но не с перееданием, с тяжелыми нагрузками, но не с гиподинамией, со стрессами, но не с экзистенциальными кризисами. Приключенческий туризм активизирует наши древние инстинкты и многократно повышает иммунитет. А вот сейчас шли, ребята увидели медведя на противоположной стороне реки Белая Берель. Отсюда его не видно, но он там есть. Да-да-да. Вон он. Медведя называют хозяином тайги, а у любого владыки должны быть подданные. В долине Берели обитают маралы, косули, рыси, сурки и другие животные. А выше, в альпийском поясе, где много скалистых участков, горные козлы, теке и даже снежный барс. Экологический тур становится намного привлекательнее для потенциальных клиентов, если они получают возможность увидеть диких животных. Правда, для того, чтобы увидеть животных в горах, нужно рано вставать и научиться внимательно смотреть в бинокль. Почему в походе у всех зверский аппетит, а самая простая еда кажется особенно вкусной? Какой паштет. Фирма «Луга Алтая» называется. Вообще вкусно. Друзья, что вы думаете, самое главное в конно-пешем походе под Белуху? Конечно же, это человек, который и лошадь, которая везет еду. Но на втором месте, безусловно, находится человек, который везет гитару. И сегодня у нас это... Айнур, смотрите, покажи гитару. Вот она. Вот она. Целости самое главное. Мост через реку Берель был построен во время войны. По нему с Кокольского вольфрамового рудника возили руду. Мост, конечно, обветшал, но крепкая алтайская лиственница до сих пор держит конструкцию. Погода на Алтае может измениться неожиданно. Только что светило солнце, вдруг из-за горы набегает туча и начинается ливень. Обычно он так же быстро и заканчивается. Последний подъем к водопаду приходится преодолевать пешком. По дороге мы встречаем такой вот огромный кедр. Ребята считают, должен к нему прислониться, возможно, подпитаться энергией или чего-то попросить. Грохот Кокольского водопада слышен издалека. Хотя он немного меньше по высоте Бурхан-Булака, его высота 80 метров, он кажется более мощным. Огромная масса воды падает почти отвесно и разбивается о скалы, образуя огромное облако водяной пыли, ионизирующее воздух на сотни метров вокруг. Если встать против солнца, можно заметить радугу. Подходить к самому обрыву опасно. Лучше наблюдать за буйством стихии издалека. Для туристов построена смотровая площадка с беседкой, но фотографы предпочитают выбрать ракурс без искусственных строений. Это просто нечто. Чувствуется огромная мощь. Неподалеку от водопада сохранилось несколько домиков нижнего лагеря старого вольфрамового рудника. Здесь жили свободные от работы смены. В этих домиках туристы останавливаются на ночлег. Я вам определенно могу сказать, что этот день был одним из самых тяжелых физически в моей жизни. И одним из самых прекрасных. Потому что все было очень красиво и здорово. После ночевок в палатках даже ветхая избушка кажется отелем. Что, ребят, доброе утро! Кокольский водопад находится в 25 километрах от самого высокого пика Сибири – горы Белухи.
Совершить восхождение на Белуху по плечу не каждому, но побывать у подножия Берельского ледника нужно обязательно. Белуха очень капризная гора. Она открывается не часто и не всем, потому что такая гора-загадка. У нее свой характер, все, кто ходит туда, должны, конечно, иметь кучу мужества, терпения, сил. На высоте 2400 метров расположено озеро Равновесие. Вода в озере значительно теплее, чем во множестве других озер, образованных талой ледниковой водой. Многие считают, что на берегу этого озера люди обретают душевное равновесие. Смыв в озере пот тяжелого подъема и полежав возле него на сочной травке, мы обрели не только душевное, но и физическое равновесие. Но нашлись и экстремалы, решившие искупаться в лежащих рядом ледниковых озерах. Эмоции, конечно, совсем другие, но тоже сильные. С гребня открывается замечательный вид на гору Белуху. Самая высокая вершина Сибири издревле была окутана некой мистической тайной. До сих пор многие альпинисты верят в сакральную силу горной вершины. Каждый год у подножия Катунского ледника собираются последователи знаменитого художника, востоковеда и мистического философа Николая Рериха. Его картина «Победа воина света над драконом» символизирует победу человека над своими душевными и физическими слабостями. Философия этой картины близка даже людям, далеким от мистицизма. Через преодоление трудностей человек становится сильнее, лучше и духовно богаче. Возвышаясь над всем Алтаем, гора Белуха на протяжении тысяч лет служила сакральным символом всех тюрок. Известно, что тюркский этнос оформился на склонах Южного Алтая. Сейчас Белуха становится мировым центром притяжения приключенческих туристов. Эксперты Всемирного фонда охраны природы включили трансграничный Алтай-Саянский экорегион в список 200 регионов мира, наиболее важных для сохранения природы в планетарном масштабе. Это настоящая жемчужина северного полушария. Земля с нетронутой первозданной природой, высочайшим уровнем биологического разнообразия и уникальными ландшафтами. На территории Катон-Карагайского национального парка эксперты Всемирного фонда охраны природы совместно с сотрудниками Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана проводят исследования популяции снежного барса и других редких животных. По мнению защитников природы, развитие экологического туризма на особо охраняемых территориях является самым ресурсосберегающим способом пользования природными богатствами. Люди по природе кочевники. С древнейших времен наши далекие предки перемещались в пространстве в поисках лучшей доли, богатых дичью и травами земель. Эта скрученная в спиралях наших ДНК тяга к путешествиям сохранилась до сих пор. Задача организаторов экологического туризма – превратить эстетическую потребность миллионов людей в общении с дикой природой в высокомонетизированный бизнес, который поможет жителям отдаленных районов удовлетворить свои жизненные нужды без вреда для окружающей среды. Мы увидели два водопада. Это была формальная цель нашего путешествия. На самом деле, мы увидели гораздо больше, чем просто красивые пейзажи. Мы покидаем Алтай, потому что в Центральной Азии есть еще много замечательных мест, где стоит побывать и показать их нашим зрителям.